Докладываю по ситуации в Хабаровском крае. Отец Михаил переведен и служит, если не ошибаюсь, в Ставрополье. То есть туда визит уже актуальность теряет. Однако на следующей неделе я полечу в командировку. И полечу я к лучшему миссионеру православия из ныне живущих. По мнению уважаемого богослова Андрея Кураева. Кто это? Лучший миссионер из ныне живущих. Пока не скажу, пусть будет секрет. Лететь туда 4 часа 20 минут. Мы уже договорились. И нужна ваша помощь. Если есть возможность что-то пожертвовать, я буду признателен. Я думаю, это будет интересная беседа.